Маленький мальчик с рогаткой на шее в окружении родных людей. Таким помнит себя Резабек. И это единственная картина, на которой художник изобразил самого себя. Хотя все, что он рисует, так или иначе о нем, о традициях, о Монголии. В основу картин легли портреты казахских, монгольских людей, земли, на которых они останавливались, их дома. Монгольские казахи, очень многие, держат у себя беркутов. И я старался даже это передать, характеры птиц, и мне вообще очень нравится их изображать. Он очень плохо говорит на русском, но с нашим корреспондентом Анарой Шагировой нашли общий язык. Резабек признался, что эта выставка первая в России, выставлялся в Казахстане, Корее, но мечтал показать свое творчество людям, близким по духу. Монголы, казахи, алтайцы – это все же родственники. Их тюркскими народами называют. Можно сказать, даже один народ, очень много общего. И пусть в Барнауле не так много алтайцев, выставка в Туре-на-Горе для Резабека – лишь ступенька, приближающая его ко всемирной известности. Кстати, в этом году его приняли в Союз ремесленников Монголии. И кто знает, куда еще занесет художника монгольский ветер. Елена Кузовкина, Анара Шагирова, Александр Антропов. День с толком.